К другим темам. В Алтуде завершено межевание земель. В конце апреля жилкомиссия начнет принимать заявления от местных жителей на пользование участками. Между тем уже решено, что 30 многодетных и малоимущих семей землю под индивидуальное строительство получат бесплатно. С подробностями наш специальный корреспондент Заур Гидоев. Семьи, которые попадут в число счастливчиков, получат по 10 соток. Участки расположены рядом с газовой магистралью и высоковольтной линией электропередачи. Подведен водопровод. Даже арычная вода поблизости протекает. Можно будет разбить сад. Пока же это чистое поле. Новые дома должны появиться здесь уже в ближайшее время. Межевание участков завершено. Со дня на день начнется прием заявлений. А строиться будем всем миром, говорит глава села. Человека бросить на это поле, а потом смотреть, как он будет выживать из этого, это не наша цель. У нас есть предприниматели села, которые при обращении от нас, от жителей, всегда помогают чем-то. Не просто так, и стройматериалами, и техникой, это самый большой вопрос. И люди всегда собираются, и всем селом выходят, и все работы делают. А государство, надеюсь, в стороне не останется. Когда появится новый микрорайон, начнут развивать и инфраструктуру, чтобы все блага цивилизации были под рукой, отмечает Султан Штымов. Еще у нас есть 3 места, мы выделили специально для инфраструктуры, чтобы там были объекты торговли и объекты парк для культурного отдыха, соответственно, детские площадки на этом участке будут. Численность населения растет. Только в этом году в селе родились 115 малышей. Значит, участки потребуются и в ближайшей перспективе. Администрация к этому готовы, отмечает Султан Штымов. Место уже присмотрели. Также придумали, чем занять сельскую молодежь, в том числе и будущих жителей нового микрорайона. Тем, кто пожелает, на правах субаренды дадут по несколько гектаров земли. Каждой семье собираемся выделить земельные участки по гектару, по 2, по 5 гектаров, соответственно, чтобы люди были заняты, чтобы хозяйство у них было для ведения огородов, садов. Мы уже договорились с отдельными арендаторами, что мы уже готовим молодежь к этой работе, чтобы они помогали, учили детей работать на земле. Потому что производства сельских поселений, к сожалению, нет, поэтому то, что нас кормит, это наша земля. Местная администрация также отмежевала 76 платных участков. Их реализовали на аукционе. Так что в ближайшей перспективе в Алтуде прибавится более 100 новых дворов. Заур Гидуев, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария.